Может ли зимняя шипованная шина быть недорогой и при этом соответствовать лучшим качествам премиальных аналогов? Может, утверждает компания «Кордиант», которая выпускает на рынок свою абсолютно новую разработку – зимнюю шипованную шину «Snowcross 2». Чтобы это проверить, автомобильные журналисты отправились в Финляндию на полигон Test World. Кордиант Snowcross 2 предназначен для суровых условий эксплуатации, то есть для плохих дорог, на которых встречается большое количество снега и льда. Россия сочетает разные климатические режимы и зачастую просто отвратительные дороги с отсутствием ливневок и ремонта. Использовать в таких условиях шины европейских и азиатских производителей может престижно, но не всегда безопасно. Есть отличная альтернатива – арктические шины с широким температурным диапазоном применения. Такие делают в Скандинавии и у нас. Специально для шин Кордиант Snowcross 2 мы разработали технологию Snowcore, которая отвечает за поведение шины на снежной поверхности, IceCore – особую технологию ошиповки, и новый шип Spike Core XL. Нужно отметить, российскому бренду «Кордиант» принадлежит более 10% шинного рынка страны. И на то есть причины. Цена покрышек чуть выше среднего, а качество сродни премиальным шинам. Шип Spike Core XL, который был разработан совместно с нашими финскими партнерами компании «Скасон», обладает увеличенной твердосплавной вставкой, которая изготовлена из карбида вольфрама. И эта вставка обладает максимальным количеством острых граней, которые отлично цепляются за лед в любой ситуации. Проверяли шины очень просто – линейной змейкой, перестановкой и длиной тормозного пути. К слову, на льду Snowcross 2 тормозит на 7% лучше предыдущего, первого поколения. Новая модель уже доступна для покупки.